Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Анита выходит из биоробота и становится рядом. Если в ее биороботе присутствуют чужеродные растяжки, голограммы, копии, подключки, артефакты, все это становится видимым, выходит из биоробота. У меня какой-то мешок прозрачный, накидка, но только он мешок прямоугольный такой. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Аниту в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Аниты поднимайся в комнату диагностики. Пошел прием. Мы на месте. Мы приветствуем Аниту. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе. Наперед сеанс. Она кивает из этого мешка. Хорошо. Сканер просканирует этот мешок. Выведи его из биополя вместе с сопутствующими чипами, датчиками и имплантами к этому мешку. Пошел процесс. Как все выходит, сила моего намерения отправляется в клетку-тюрьму. Ну, как такая рукам подключен, отключается от рук. И к рукам еще подключен. Запястьем внизу. Кто же ты такой? Готово, он в клетке, она руки потирает. Так лучше? Места трет. Да, намного лучше. Отлично. И я даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Аниты под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканирует все 7 тонких тел Аниты. Находит все. Бес вышел. Инкуб. Лизард. Гуманоид. И арахноид. Хорошо. Еще кто-нибудь есть? Нет, все. Кто из вас присутствует в квартире? Арахноид. Еще кто? Бес. Верно. Бес показывает у нее в квартире. Да. Через весь коридор идет портал от зеркала напротив входа в зал. Я видел, да. И значит, у него натянуты там веревки, по которым она ходит, и как спотыкается, теряя энергию. Понятно, мы сегодня квартиру будем чистить. Есть черт там еще? Или нет, ты один? Один он. Хорошо, значит, тогда покажешь мне все порталы, после того, как все соберешь. После этого я соберу весь негатив в квартире, отдам тебе в дорогу. Устраивает? Устраивает. Хорошо, поехали дальше. Сколько у герц у беса? 8. Я даю команду тонкой копии Аниты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, низковибрационная, что она получила от мешка. Кому принадлежит мешок? Гуманоиду. Гуманоиду. Хорошо. Значит, тогда вопрос к гуманоиду. Откуда ты? Кута. Как долго ты находишься в этом биополе? 1 год и 2 месяца. Какая цель подключки этого мешка? Сбор энергии, сбор информации и со временем сбор отщепления души. И отщепление души было в планах. Хорошо, сканер, просканируй полноту души Аниты на настоящий момент. 99. 1% уже находится в мешке, да? Нужно для синхронизации. Хорошо, сколько находился арахноид в этом биополе? Арахноид 6 месяцев. Он у нее на голове плетет, наплел, вернее. Уже волосы? Да, как накидка такая на волосах, деточка. А сам он к потолку, ну, у него идет нить от потолка, он спускается, не всегда в ней сидит. А, правильно, оно собирает энергию, а потом он спускается и забирает их, правильно? Да. Хорошо, как с реверсом, посмотри. Закончился. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Анита забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Сколько находился Лизард в этом биополе? 3 года. Сердечная чакра? Да. Хорошо. Инкуб, сколько ты находился? Что он морщится весь. А что ты морщишься? 1,5 года. А что ему не нравится здесь у нас? Энергии ему не нравится. Так может тебе открыть поток любви Абсолюта? Может тебе темно там? Или подарить тебе шар ангельской энергии? Плохо ему станет. Безусловно. Ему только от слов, от этих, как
рвотный рефлекс. Так вот, контролируй себя. Ты не в том месте, где носом крутят. Хорошо, Бес, как с тобой? Сколько ты находился в этом биополе? Он говорит, что он поставил вот эти зигзагообразные путы, в которых она запиналась. Часть осталась на ней, поэтому он притянулся. В принципе, он в ней не находится. Хорошо, когда ты поставил эти путы? Портал-то есть, ходил туда-сюда. И 4 месяца сделал растяжки. 4 месяца. Все понятно. Как реверс у нас? Готово. Закончился. Сканер, просканируй полноту души Аниты сейчас. 100%. Отлично. Поехали дальше. Начинаем с арахноида. Арахноид, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в этом биополе. Ничего не забывай. Как она ощущала твое присутствие на голове? Арахноид. Головные боли были? Давление? Нет, пока сеточка только там стоит. Как импульс у нее иногда был в голове. Забывала что-то. Хорошо. Анита теперь знает причину. Пока это... сильных изменений не было. Значит, ей очень крупно еще повезло. Через полгодика, насколько я знаю, арахноидов они бы все забрали, все, что им нужно. И энергии через этот импульс он скапливал туда. Энергии коронной чакры. Все понял. У него паутина как решетка, он ее отстегивает где-то в области лба, она дальше открывает волосы. Готов. Хорошо, возвращайся в клетку, гуманоид. На твоей чистоте что-нибудь еще осталось? Нет. Хорошо, Лизард, выходи, вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью, забирай все свои энергии, возвращайся, докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, вполне возможно, что он сгорит в этой клетке. Приступай. Он уже приступил. Он показывает, что она слушает музыку. Ему нравится эта музыка. Так ты меломан у нас, оказывается. Любишь музыку? Да, ему нравится. Она усиливает чувства, а он забирает энергии. То есть в этот момент, когда она слушала, это какая-то определенная музыка или, в принципе, направление? Разные какое-то? Ему нравятся. Разные. Так посмотри, какой ты развитый Лизард. Из ее плейлиста. Из ее плейлиста? И такие слова ты знаешь. Да, твоем... потому что она этой музыкой удовлетворяется. Да. И ее чувства играют разными красками. Эти краски и есть энергии, которые я собираю. Абсолютно верно. Это мы в курсе. Хорошо, Лизард, забирай все, возвращайся. Забрал. Инкуб, морщащийся, выходи, снимай все, что ты оставил, отключайся полностью, возвращайся в клетку-тюрьму. У него такая, как рубашка, накидка широкая. И у него накидка? Да, он говорит, что она для других целей. Ну вот сейчас ты мне об этих целях и расскажи. Какие это цели? Сделать ее невидимым для противоположного пола? Не хотел делиться? Нет, невидимой он ее не делал, но это его рубашка, и так он ее пометил, чтобы все другие знали, что она занята. Все другие инкубы? Мужской пол. Хорошо, тогда ответь мне на такой вопрос. Как мужской пол реагировал, когда видел Аниту? Какое они видели ее? Знал, что у нее есть хозяин. От нее шел мужской запах. Хорошо, Анита, если у вас были какие-то проблемы с противоположным полом, в плане знакомств и так далее, то вот вам причина, и это раскрыто. Это специфика инкуба. Он снялся. Они не любят никем делиться, не делиться то, что они получили. Бес, твоя очередь. Выходи, отключайся полностью, ничего не забывай. У нее эти путы, как веревки в ногах, снял их. Скажи мне, есть ли лярвы в биополе Аниты? Или затемнение сильное? Да, есть, в области груди. А, там у нас же Лизард сидел. Конечно, хорошо. Хочешь их забрать? Давай. Забирай и возвращайся назад. Ничего не забывай. Готов. Хорошо, все у нас все забрали. Начинаем тогда рассинхронизацию. Даю команду на рассинхронизацию Аниты с Бесом, Инкубом, Лизардом, гуманоидом и его мешком и арахноидом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Беса, как эти путы влияли? Она спотыкалась или она где-то не могла дойти куда-то, или у нее не было желания ходить? Как это все было? Теряла энергию, спотыкалась. Хорошо. Тормозила ее, так, эти путы.
Тебя интересует эмоциональный фантом? Интересует. Я буду перечислять чуть позже частоты, когда буду его вытаскивать, а ты мне потом, когда я его соберу, скажешь, какие основные частоты являются, что является основными частотами, из чего все вытекает. Он сказал, ага. Хорошо. Рассинхронизация закончилась? Да. Включай внутренний белый цвет нити. Этим светом нам выдавливает из себя все негативное, патогенное, низкооперационное, находящееся на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ней в шар. Просто ты, когда у него спросил, как влияли эти нити, он показал, как она ходит в доме по порталу, и там натянуты зигзагообразные эти нити его. Ну, вижу, да, по стене вдоль. Раздражается она. Она раздражается и не понимает причину раздражения. А вот она простая. Шар вышел. Открывая под ним воронку, в галактическое дрожь шар уходит на переработку, закрывая печать и растворяя. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Выходит эмоциональный фантом Аниты, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низкооперационную эмоциональную энергию, что на ей сгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Там всего понемножку вышел фантом. Всего понемножку. Хорошо. Сворачивай. Серыми цветами. Спрашиваю Аниту. Анита, это ваша энергия, которую вы сами произвели. Здесь вам никто и не мешал. Вы готовы с ней расстаться? Да, готова. Сворачивайте энергию в шар. Без забираешь? Забирает. Отправляю бесу. Ну, облизывается. Ну и что там, расскажи. Пальцы загибает, ревность. Угу. Раздражение. Есть. Благодаря мне. Хорошо. Дезориентация. Понятно. А вот это вкус обиды. Понятно. И обида есть. Ну что ж. Мне все понятно. Хорошо. Значит, тогда сейчас бес и арахнует. Я открою вам два портала в квартиру Аниты. Каждый уйдет в этот портал, в свой. Бес за это время соберет все, что он раскидал, дожидается меня, дальше, как договорились. И арахнует, собирает всю свою паутину. Если есть потомство, собирает потомство и дожидается меня. Я прихожу, проверяю, открываю канал на его чистоте. Все понятно? Да. Открывается два портала в квартиру Аниты. 1, 2, 3. В один уходит арахноид, в другой уходит бес. Закрывая печать и растворяя оба портала. Готово. Хорошо, арахноид ушел. Лизард, ты больше не придешь в это биополе. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. 1, 2, 3. Лизард забирает все, что он принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая печать и растворяя. Он в руках держит свой домик, он круглый. Да. И он на прощание им так как диджей диском покрутил и шел в портал. Любитель музыки, понятно, хорошо. Диджей Лизард. Хорошо, инкуб. Я повторяться не буду, ты тоже больше никогда в это биополе не придешь, мы будем его проверять. Все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Любитель рубашек. Ли, я прошу выйти тебя со мной на связь. На связи. Гуманоид Ута. 1 год, 2 месяца сидел, мешок. Уже успел установить. Конечная цель – расчленение на тонкие тела, но не дошел до этого момента. Забираем. Хорошо. Добро пожаловать в рай. Забрали. Отлично. Мешок остался? Да. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, мешок уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Хорошо. Поехали по частотам. Анита, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Спокойной, сгармонизированной, уверенной. Благодарю вас. Во благо. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Аниты в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами.
Она говорит, а еще я себя чувствую яркой. У нее все чакры очень ярким цветом сгармонизировались. Круги. Отлично. Готов. Отключаемся от объекта.